Ротта. Это победитель детского конкурса Евровидения 2007. Команда All Stars. И Алексей Жигалкович, действующие чемпионы на сцене. Долголетие из Беларуси. Бульба, All Stars, Алексей Жигалкович. Он и сам, могу сказать, символизирует сейчас одну большую такую красивую бульбину. Ну, оранжевая, апельсиновая. У нас новый сорт, можно сказать. Обещаешь ли ты нам, Алексей, что придержишь удачу за хвост? Тем более, что, открою секрет, Леша будет на Кипре, как победитель прошлого года. Придержишь удачу для нашего, чтобы она улыбнулась ему и 22 ноября. Ну, конечно. Лови всеми силами. Мы слышали это обещание. Еще раз провожаем действующих победителей детского конкурса Евровидения. Совсем скоро на нашей площадке очередные звездные гости. И продолжается подсчет голосов. Развязка уже близко. После рекламы на Первом и Беларусь ТВ мы снова встретимся.